Выходные – отличный повод собраться в дружеской обстановке. В связи с пандемией спортивные встречи стали проходить гораздо реже. Сегодня команды врачей нефтяников вышли на футбольное поле, чтобы поддержать прививочную кампанию. Сегодня в наше нелегкое время пандемии мы проводим этот матч для того, чтобы привлечь жителей города к вакцинации. Все устали, поэтому я всех призываю, прививайтесь, пожалуйста, берегите себя, своих близких и здоровье медиков тоже. В команде врачей собрались те, кто ежедневно ведет борьбу с болезнью. Медики надеются, что своим примером мотивируют горожан прийти в прививочный кабинет. Вакцинация – это необходимая процедура. Почему? Потому что залог медицины и вообще успеха – это профилактика. Поэтому лечить не всегда удается успешно. Команда врачей за 20 лет своего существования неоднократно показывала себя на различных турнирах, как и спортсмены «Юганск нефтегаза». Тяжелые реалии внесли свои поправки в привычный образ жизни. Были запреты, когда мы могли вообще не могли прийти в спортзал и даже тренироваться. Но сейчас, когда вот есть такая возможность просто провести товарищескую там, игру с небольшим количеством людей, конечно, мы этот момент используем. Поэтому мы как бы давние друзья с медиками, и иногда такие матчевые встречи мы с ними проводим. Тем более в такой сложный момент надо как-то и поддержать и медиков, и всех. В итоге на футбольном поле победила дружба. Матч закончился со счетом 4-4. Участники рассчитывают, что жизнь ведет в здоровое русло, и их встречу уже никто не будет ограничивать. Олеся Белова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».